tres, cuatro. Всем здорово. Значит, я уже месяц тусуюсь во Флорианополисе. В зале Риана Грейси. Это такой саб-филиал Ренза Грейси, в том числе. Моего друга Рафа Торреса. Вот. Я тут боролся с Рафой на днях. Он делал достаточно базовый слип на мне. Я как это не пальцем делал и начал от него защищаться. Вот, и Раф меня все равно слипанул. Вот, поэтому я попросил его показать, как все это происходит. Заодно показать технику. Как бы была долларивая позиция. Да, он сел, взял меня за рукав. Вот, но... момент. Я не пальцем деланный, поэтому я поставил ему фрейм волень и пытался блокировать ногу. Да, и как бы быть низко, держать спину прямо, да, чтобы он меня не мог уронить в ту сторону. Вот. Но он, да, потянул себя, ногу поставил под жопу, ногу на пол, и все равно удалось. My zoom, você explain. Primeiro eu crio a distância, afastando ele, usando meu pé lá no quadril, para poder sentar. Quando eu jogo minha perna para trás, eu troco essa pegada, ó, abraçando, trocando a pegada lá da manga. Faço pegada na gola, mesmo que ele faça a postura, encaixe o quadril, eu puxo e entro com o ganchinho embaixo do quadril dele. Mas jogando para o lado do braço matado, não para cima. Eu não vou sentar e puxar ele para cima de mim, fica pesado. Eu puxo e chuto para o lado do braço matado. Eu faço pum, pum. Ele cai de lado, ó. Solto e pum. Ganha posição. Vai, mais um. Archon Glove. Quer que explique de novo? Middle situation. Vai. Да, обратите внимание, то есть в отличие от классики, где он сбивает мою дальнюю ногу, да, я здесь не даю это делать. Он это не может сделать. И таз низко, и спина прямая. То есть, казалось бы, все прекрасно, там можно попробовать не слайд делать и прочее. Но он меняет угол, чтобы меня запустить туда по диагонали. То есть я упал вообще, когда он меня запускал, плечом воткнулся. Очень неприятно. То есть он меняет угол и дает мне пинка как раз ту сторону, потому что здесь я просто осанкой отыгрываю и фреймлю. И вот этот фрейм, он меня убивает за счет смены угла. И еще и запускает меня. Давай. Да. Меняет угол и полетели. Очень неприятно, очень неудобно. Спасибо.